Всем привет, ребята! Решил вам помочь найти очень хороший вариант биржи, как для магов, так и для физиков. Также в этом ролике я расскажу про голдовый щит, с которым совсем не стрёмно ходить, как стражу, так и с саппортом. Готовы? Вижу, что нет, ведь почему-то на канале до сих пор смотрят видосики без подписки. Сделайте мясо, подпишитесь. А если подписан, то пора уже нажать на колокольчик, а мы начинаем. На 43 уровне открывается очень хороший данж с названием Аджитуран. И про него сейчас и будет идти речь. Сейчас няхи будут в комментарии писать, что мы и так знаем, асмы будут писать, что такого данжа у нас нет, только на нях. Так вот, я играю за асма сайт и большинство гайдов делаю именно своему сайду, так как знаю его больше. Ну и нашим я скажу, в него можно нам попасть. Если он находится на локации интердики, это не означает, что нам путь туда закрыт. Просто берем пачку из трех человек и идем в портал. Самое удобное — это два портала, находящие на дороге Альквимии, и если его нет, то в левой части. Оба приятные для входа в адж. Так вот, берем любого саппорта и 2 дд и отправляемся в дику. Дальше подходим к данжу и аккуратно смотрим, нет ли там нях, ведь они тоже туда ходят. Если все нормально, то заходим в данж и начинаем. Данж сам по себе очень легкий, нет никаких подводных камней. Проходите и пинайте мобов. Кстати, некоторые дают дебаф на отмену восстановления хп. Убиваем ворота, еще моб и по траектории такой вот прыгаем внутрь. И тут нас ждет первый босс, с которого падает кольцо. Чистим мобов и уничтожаем босса. Она наносит хороший урон, но практически всегда станет, и это больше всего раздражает. В остальном вы не должны чувствовать дискомфорт, убивая ее. После лутаем и бежим за щитом. По пути нужно убить инвизера. А раз мы его убили заранее, мы просто прыгаем вот по такой вот траектории. Теперь, кто его танчит, должен делать некоторые моменты, чтобы не умереть. Подбегаем к нему, бьем, пока он не начнет кастовать, и убегаем к пати, когда начнет. И как только появившиеся ловушки взрываются в стороне, танкущий опять бежит на то же самое место, чтобы ловушки не доставали пати. Вот и все. Лутаем щит. Кстати, он очень хороший, и за него ничего не нужно отдавать. Падает в этом данже очень хорошо, а проходится всего 15 минут. И тем более у нас есть 3 проходки. Как только мы убиваем босса, все выходят из пати и сразу же там же и собираемся. Ждем, пока выкинет. Кстати, не забыли, что вы в интердике? Будьте готовы драться. Как только вылетели, заходим еще раз и начинаем сначала. Данж советую. Очень хорошая биржа на первое время, так же как и щит. А я с вами прощаюсь, надеюсь, вы поставили лайкос и зашли к нам в Телеграм. Скоро начнутся большие розыгрыши именно там. Но и не забывайте подписаться, ведь дальше будет еще интересней.